Сегодня состоялось заключительное в уходящем году заседание Совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата. Одной из основных тем стал проект развития территории рынка «Западный». Открывая заседание, Андрей Никитин по видеосвязи представил участникам Совета основные направления бюджетной политики на 2021 год. При этом глава региона отметил, что, несмотря на напряженную обстановку в 2020-м, удалось заложить основы для развития региона в будущем. Также участники Совета обсудили перспективы проекта реновации рынка «Западный» в областном центре. На сегодняшний день закончен первый этап его преобразования. В будущем он должен стать комфортной торговой площадкой с пространствами для творчества и фудкортами. После выхода проекта на проектную мощность мы ожидаем общий объем инвестиций. Это 100 миллионов рублей новых рабочих мест, это 250. И налоговых поступлений в бюджет всех уровней порядка 50 миллионов рублей в годовом исчислении. Для окончательного осуществления проекта необходима поддержка местных властей. Например, в планах собственника рынка построить на прилегающей территории детский развлекательно-образовательный центр. Для этого нужно согласование городской мэрии. Давайте тогда до конца февраля дадим поручение такое городу рекомендовать рассмотреть это как такой объект. Да, и на инверсовете в феврале тогда уже финализируем эту историю. Я считаю, что хорошая, нормальная тема, в общем-то, да, и действительно, во всем мире и в нашей стране так сейчас развиваются все такие площадки. Кроме того, представители проекта реновации рынка «Западный» обратились с просьбой внести в проект ремонта городских дорог тротуары, которые будут соединять между собой основные торговые объекты западного микрорайона. Для этого мэрии нужен проект. Его разработку Андрей Никитин посоветовал взять на себя самим предпринимателям. Тогда желаемые пешеходные маршруты появятся быстрее.